Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Shcherbsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад, друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже-дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер.
пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве цели были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.